Здравствуйте, мои подписчики. Сегодня 7 августа. Хочу вам снять дальше свой сериал про беспредел на ВЗКА. В общем, я уже рассказывала, сколько мы просили директора уже 5 лет поставить вытяжки. Но на нас денег нету. Сегодня приходим с утра. У нас стоят видеокамеры. Одна вот над моим рабочим местом стоит, а другая стоит над раздевалкой, над нашей. Вот здесь мы переодеваемся. Наши шкафчики стоят. Прям маленький, чисто фарфоровый. А вот тут камера висит. Во. Теперь у нас Елена Павловна будет каждый день эротику смотреть, как мы переодеваемся до трусов. Я просто хотела узнать, по закону ли снимать видео, где люди раздетые. Но у них свои, в принципе, законы. Сейчас я покажу, какой они придумали закон. У нас приказ о запрете распития спиртных напитков на рабочем месте. Значит, дальше запретить распитие спиртных напитков, нарушение, так, штрафовать на 1000 рублей. В общем, так и так здесь все расписано. Кто ответственный, что ответственный. А внизу сейчас покажу подписи, кто официально устроен на работу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11. 11 человек официально устроенных. А у нас тут работает 30 человек. Интересно, где же все остальные люди-то? Так что вот такой здесь беспредел у нас творится. Ну все, буду заканчивать свое короткое видео. Пишите в комментарии, отвечу всем. Вот у нас такие прибамбасы теперь стоят прям ровно над нашими шкафчиками, где мы раздеваемся. Круто. Так, ну все, до следующих видео. Так, ну все, пока всем.